Так, друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Масленников Роман, и я директор пиар-агентства «Простор», основатель пиар-клуба «Пиариум». Сейчас у нас идет трехнедельный курс «Пиарщик на прокачку», и в рамках него рассказываю бонусный каст «Связи в пиар. Как правильно знакомиться с журналистами». Этот вопрос волнует очень многих, и многие даже в процессе этого знакомства умудряется подпортить себе не только карму, но и имидж. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Люди бывают, что забывают про обычные элементарные вещи, чтобы познакомиться с нужным журналистом. То есть, что они делают? Вот нужно позвонить и договориться с человеком о встрече. Нет, они начинают заходить там в Facebook и писать в своей ленте: «Друзья, подскажите мне, как же познакомиться вот с тем-то и с тем-то человеком? Есть ли у тебя у кого-нибудь контакты Coca-Cola там? Или есть ли у кого-нибудь контакты Nike? Дайте мне срочно, мне надо». Или вот еще самый такой убивающий вопрос в профессиональном пиар-сообществе: «Ребята, скиньте мне базу СМИ по банкам». Или: «Дайте мне контакты журналистов всех по логистике». И, блин, вот как так? То есть все думают, этот чувак либо придурок полный, либо лох, либо у него нету пальцев, чтобы лишний раз зайти, набрать номер телефона в интернете, узнать номер редакции и туда позвонить, собственно, и уточнить все, что ему надо. Как будто ему после вот этого сообщения сразу отрубят руки. Так вот, какой же правильный нетворкинг может быть в пиаре? Ну, собственно, рассказываю такие хитовые, самые хитовые вещи. Как знакомиться с прессой. Сейчас я вам открою слайд, и, соответственно, вы это сможете все увидеть. Про каждый способ я вам расскажу. Сейчас я открываю экран, а вы пока можете подготовить свои вопросы и мне их задать в конце чата. Если вдруг кому-то по какой-то причине сейчас плохо слышно или плохо видно, или какая-нибудь еще хрень, то знайте, что все в качестве, я пишу на диктофон, и это все появится на гид-курсе, в курсе «Пиарщик на прокачку». Итак, который у нас трехнедельный. Сейчас все открывается. Видно кому-то то, что я показываю на экране? Угу. Видно или нет? Ну вот, собственно, рейтинги нетворкинга в пиаре. Самое простое, еще раз повторяю, это взять и, соответственно, в редакцию позвонить. Берете, находите телефон в интернете и, соответственно, там общаетесь. Как правильно докапываться до журналистов и через секретарей, через ассистентов редакции попадать к нужному вам журналисту, я, в принципе, рассказываю в курсе «Пиариум», в самом первом бесплатном уроке. Можете это, соответственно, посмотреть. Докапываться не так-то уж и сложно, скажу я вам. Но в первую очередь звоните в редакцию. Телефоны все открыты, разговоры прослушиваются, не ответить там нельзя. Вот в Форбсе трубки берут быстрее всего. Коллеги не дадут соврать. Дальше. Можно с человеком установить контакт по электронной почте. Все это делается очень просто. Вы смотрите, как написана почта у других. И, как правило, в 90% случаев у вашего журналиста написана она точно так же. Допустим, вы его не можете поймать 3 недели. Соответственно, вы пишете ему e-mail, он его, скорее всего, с мобильника прочтет. Вот в «Ведомостях», например, проще найти e-mail вот таким вот образом. То есть там, допустим, a.voronkova@ведомости.ру. Соответственно, у вашего журналиста будет примерно тот же самый адрес. Например, Петя Иванов в «Ведомостях» работает, значит, будет p.Иванов. Пишите ему мыло: «Срочно свяжитесь со мной, бла-бла, вот мой мобильный, где ваш, ну, есть для вас эксклюзив» и так далее, и так далее. Следующая фишка – найти, это третья, соцсети. Найти вашего журналиста в соцсетях. Это рейтинг, я вам сейчас, собственно, зачитываю
способов нахождения контактов с редакцией. Соцсети. Берете и находите его, скорее всего, в Фейсбуке. Это 80% случаев. Хотя вот у нас знакомый редактор крупного достаточно СМИ сидит ВКонтакте, тусуется. Ну, сейчас омолодились, в общем, редакции, поэтому это неудивительно. Следующий по хитовости способ, как найти, собственно, журналиста, вы звоните другу. Ну, если вы работаете в пиаре, то, скорее всего, у вас коллеги в этой сфере есть. Позвоните им. Скорее всего, у них найдется. У них найдется для вас контактик. Если у вас нет знакомых коллег в пиаре, звоните вашему пиарщику. Ну, например, можете написать в скайп мне, я вам точно что-нибудь подскажу. Вот уже получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, и только на 5-м пункте я вам сейчас советую сообщество, самое большое пиаровское сообщество, оно называется PR Russia. Вот. PR Russia – это, ну, там более, наверное, 4 или 5 тысяч народу со всего света пиарщиков. Вот там они вам контакт подскажут. Но, возвращаясь к началу нашего разговора, не палите там свою никчемность. То есть не спрашивайте, ой, скиньте мне базу СМИ по банкам там, или скиньте мне базу там, скиньте мне такого-то человека, да, телефон. Вы таким образом, ну, показываете, что вы просто немощь и не можете этот телефон найти сами, хотя он находится за 3 клика. Мне, например, удалось найти личный телефон тренера по олимпийских чемпионок в Пекине. Вот буквально через 3 звонка я нашел личный телефон вот этого тренера, хотя он был вообще недоступен, блин, ни для кого. То есть это все делается достаточно просто. Следующий сервис, почему я его поставил на предпоследнее место, потому что он раньше был хороший, бесплатный, сейчас он как бы платный, и я не знаю, кто им пользуется, я лично не пользуюсь, но им пользуются мои знакомые, которые работают в крупных редакциях. Сервис называется Nutcall. Там находятся не только журналисты, там еще и база знаменитостей есть. Nutcall, ну то есть набирайте N-U-T и дальше как call звонить. То есть орех, звонок. Там есть 2 тарифа. Путин и Медведев. То есть туда как бы уже креатив. И, соответственно, за тариф Медведев вы получаете доступ к одной базе людей. Значит, а через тариф Путин вы получаете доступ вообще ко всем. Там чуть ли не к Путину. Вот я обычно Nutcall, раньше я как-то там что-то пользовался, я туда дал контакт своей группе мальчишник, они мне дали там аккаунт или там инвайт. Потом я уже начал им пользоваться по-другому. Я звоню редактору, знакомому продюсеру на телеканале и говорю: слушайте, вот дайте мне, пожалуйста, телефон такого-то, там, допустим, чиновника или бывшего министра. И они мне дают его легко, потому что у них этот Nutcall корпоративный. Вот. Поэтому смотрим пункт. Первый, знакомимся с журналистом, а потом уже спрашиваем у него через Nutcall контакты нужных людей. И, наконец, самый последний по хитовости способ, когда можно, как можно знакомиться с прессой, это Twitter и Facebook редакции. Некоторые вот даже умудряются специально Twitter завести, чтобы, например, там Павлу Астахову написать: «Эй, Павел, у нас для вас есть супер предложение», там типа, или какая-то вот спонсорская хрень, ответьте нам, пожалуйста. И заводят для этого Twitter, в Твиттере вообще там 0 читателей, они как боты пишут Павлу Астахову, типа, проверьте вашу почту, блин, на что они надеются. Кто-то пишет таким образом в Facebook редакции, да, то есть это сильнейший пропал себя, то есть вы себя палите еще более конкретно, чем спрашиваете в пиараше базу СМИ. Вот. Вот таким вот образом. Это у нас онлайн, установление контактов. Понятное дело, что этим не ограничивается установление связей с прессой. Ну, да, у нас век интернета, девочки, живущие в сети, блин, и как бы неохота вылезать из своего комфортного кресла, чтобы пойти и в тупую познакомиться с журналистом вот вживую. Однако этот способ еще есть, и те, кто его практикует, этот теплый, ламповый, олдскульный способ знакомства с прессой, называемые личные контакты, те как бы и более успешны, на мой взгляд. Итак, как устанавливать контакты в офлайне с прессой? Сейчас я вам тоже рейтинг этот покажу. Сейчас один момент. Если есть вопросы, также призываю вас задавать их в комментариях.
в нашем закрытом скайп-чате, называется чат, пиар-чат имени Романа Масленникова, где сыпятся бесплатные запросы от СМИ. Вот, его получают у нас только либо избранные мои друзья, либо, либо участники мастер-группы. Так, попасть в него очень сложно. Так что если вы сейчас оттуда, то вам очень повезло. Итак, офлайн-знакомство. Что у нас здесь лидирует? Конечно же, это редакции. То есть, вы берете и приезжаете в тупую редакцию и говорите: «Здрасте, хочу познакомиться с таким-то журналистом». Вот желательно заранее позвонить и сказать, что вы приедете. Обычно журналисты это воспринимают очень хорошо, мол, типа, да, приезжайте, конечно, попьем с вами кофе в редакционном баре. Вот, мне особенно нравится ездить в «Коммерсант», потому что у них очень прикольная кафешка. Соответственно, так. Да, микрофон, конечно же, у меня здесь немножко подшипливает, но ничего не поделаешь. Вот сейчас, в данный момент, такие условия. Четкая запись у меня ведется на диктофон. Запись будет выложена в GetCourse, в наш, который идет сейчас трехнедельный, соответственно, марафон. Как освоить профессию пиар-менеджера и на этом, соответственно, зарабатывать хорошие деньги. Там это будет в качестве в хорошем сегодня же. Ну, а здесь, может быть, дорожку переделаем. Главное, чтобы вы слышали суть. Итак, приезжайте в редакцию, тусуйте в редакционном кафе и там знакомитесь с журналистом. Следующая очень прикольная тусовка, называется она BizFam, Business Family. Там достаточно очень прикольно знакомиться, просто практиковать знакомство. Пока полезных каких-то контактов я оттуда не вынес, каких-то контрактов я не заключил, хотя видел девушку, которая туда приходила 7-й раз, и это самое, оголтело, раздавала визитки: «О, блин, тут клево, тут вообще баня, блин, моемся вместе, свингер-клуб, просто охренеть». То есть человек, помешанный на раздавании визиток. Это прикольная тема, но там очень интересно просто попрактиковать в себе навыки знакомства. Вот, когда я там был с одним своим знакомым маркетологом, то есть вот как он знакомился и как я, у него лезли глаза на лоб, как я там выцеплял, соответственно, это журналистов и там с ними, не журналистов, а в общем всех подряд даже, и с ними затусовывал. Очень просто, берете кого-то за руку и вытаскиваете в свой круг, а давайте знакомиться. То есть никакого дискомфорта нет, потому что здесь так все знакомятся. Вот. А вы, соответственно, здесь у себя тренируете вот эту планку свободы. Следующая тема. Знакомиться с журналистами можно на пресс-конференциях. То есть, где они еще? Ну, журналисты, где им быть? Только на прессухах. Вот. Прессухи, анонсы можете посмотреть на любом портале, типа РИА Новости, Тартас, Интерфакс. Там всегда есть такой раздел «Пресс-клуб» или «Пресс-конференция». И туда можно прийти и послушать вашего нужного вам спикера. Ну, аккредитация там, как правило, минимальная. Это вам как бы не вход в клуб ночной или там нужно депозит заказывать. Ничего такого нет. Просто говорите: «Я Вася Петров из газеты «Рязанские ведомости», хочу прийти послушать спикера». Вот. Кстати, как там со спикерами разговаривать и на этом вообще себе еще дополнительный пиар делать? Тут я вам советую книжку Чумикова, называется она «Записки профессионала». Вот мы этой методикой пользуемся и выжимаем из походов на пресс-конференции не только знакомство, но еще и пиар себе. Вот. Если хотите подробнее, расскажу вам на этих выходных. У нас будет в эти выходные тренинг «Арсенал пиар-менеджера». Там вот я про это все буду рассказывать. На пресс-конференции можно еще попасть как? Посмотрите АИФ и МК. АИФ и МК сайты, там тоже иногда вывешивают анонсы пресс-мероприятий. Туда тоже приходите и втусовываетесь в эту среду. Пускай вас не пугает, что это АИФ и МК, туда приходят и журналисты других изданий. Следующая тема – выставки. Но на выставке, к сожалению, или, наверное, к счастью, сейчас сделали отдельный пресс-день, и на этом пресс-дне вся пресса собирается. Но на второй день после пресс-дня, то есть, допустим, 1 ноября пресс-день, 2 ноября тоже кто-то остается. Поэтому туда приходите и смотрите, где кто аккредитуется около
с точки пресса. Там тоже можно контакты, соответственно, завязывать. Если вы в туриндустрии, то ловите всех на туристической выставке у стойки пресса. Если вы там, допустим, в банковской индустрии, то на банковском форуме тоже у стойки пресса всех ловите. Вот, и так далее, и так далее. Еще один малоприменяемый способ знакомства с журналистами – это бары и рестораны рядом с редакциями. То есть, в принципе, большинство редакций расположено где? Тверская, Белорусская, Савеловская, вот в этом районе. Соответственно, в личку я вам могу подсказать конкретные адреса этих ресторанов, но я думаю, вы их сами без труда найдете. Вот. Можно даже не спрашивать у меня, можно даже никаких аналитических вещей не проводить. Следующая фишка вам об этом расскажет больше. Это геолокационные сервисы. Foursquare, Swarm. Я им, честно говоря, сейчас уже не пользуюсь, но Foursquare вот, очень прикольная вещь была. И Instagram. То есть Foursquare и Instagram. Возьмите их на заметку и зафрендите там ваших журналистов. Да, это реально. И посмотрите, где они чаще всего чекинятся. Вот. Например, я, например, выцепил одного журналиста, который чекинился в одном и том же баре каждую пятницу. Все, я его там нашел. Здрасте, Павел, я ваша тетя. Вот, и так далее, и так далее. Ну и через Инстаграм, конечно же, можно выцеплять звезд там, где они чаще всего появляются. То есть они всегда пишут, я в таком-то ресторане. Все, вы берете, выезжаете, все, звезда ваша. И берете ее тепленькой. Вот такие основы нетворкинга. Помните, что всегда у вас есть, когда вы хотите познакомиться с журналистами, не просто два выхода. У вас есть, во-первых, 7 способов онлайн знакомства и 6 способов офлайн знакомства. И после того, как вы их все сейчас знаете, я думаю, у вас не будет вставать вопроса о том, как же все-таки вам знакомиться с журналистами. Это очень легко и проще простого. Вот, советую, просто рекомендую скачать первый бесплатный урок в школе Пиариум. Найдите в Фейсбуке группу Пиариум, и там наверху, собственно, главным постом выделена ссылка, как можно этот первый урок получить. Там он, соответственно, и направлен на то, как установить контакты, соответственно, с прессой. Вот. 40 минут жесткого хардкора. Без прикрас. Ну и самых любознательных я в эти выходные на двухдневный свой тренинг приглашаю. За подробностями в личку. Вот. Всем большое спасибо, что были сегодня с нами. Устанавливайте правильные и полезные связи. Это главный актив пиар-специалиста. Всем пока. С вами был Роман Масленников, директор пиар-агентства «Простор» и основатель пиар-клуба «Пиариум». Так, смотрим у вас вопросы. Вопросов больше нет. Тогда я жду их, соответственно, в комментариях. Все. Всем большое спасибо. Все свободны.